да. Всем добрый день, здравствуйте. Я приветствую вас на своем канале и продолжаю свои прогулки по Москве. Мы с вами в подъезде дома, где находится квартира музей Сытина, издателя, известного прекрасного человека. Здесь он жил со своей семьей. И я приглашаю вас сегодня в рамках музейной недели эту квартиру посетить, квартиру-музей. Так вот мы поднимаемся. Такая старая-старая лестница. В квартиру Сытина. Идем. Музей, квартира Сытина. Наконец-то мне предоставилась такая возможность посетить этот музей. Я здесь несколько раз ходила в салон красоты выше на несколько этажей и заходила сюда, пыталась, вернее, подойти сюда. Все было закрыто, здесь шла какое-то восстановление, реставрация. Вот, кстати, портрет Сытина с супругой здесь при входе нас встречает. И вот его эти семейные фотографии. Вот. И я тогда, помню, сделала себе такую заметочку, чтобы этот музей обязательно посетить. И вот, наконец, я здесь. И я сюда пришла в рамках музейной недели. Не потому, что мне жаль 200 рублей. Вход сюда, билет стоит 200 рублей, льготный 100. А просто потому, что я посещаю музейную неделю, взяла себе за правило в музейной неделе ходить по музеям. Вот, поэтому не потому что жаль, а просто потому что мне это интересно, именно в музейную неделю. Здесь вот представлены вещи Сытиных, кстати, в прихожей. Вот там вот вы сейчас видите наверху шляпную коробку и чемодан. Это немецкие вещи из путешествия, сделаны специально для Сытиных, для семьи Сытиных, четы Сытиных, для Ивана Дмитриевича и его жены. Ну, а мы с вами начинаем нашу экскурсию, так называемую прогулку по этому дому-музею Сытиных. Этот музей, квартира Ивана Дмитриевича Сытина, относится к Государственному музею, культурному центру «Интеграция». К этому же музею, к этому же центру относится и музей Николая Островского, который находится вот здесь буквально в соседнем доме, в котором я тоже была. Музей Сытина располагается на втором этаже дома по адресу улица Тверская, Тверская 12, дробь 2. В этой квартире он жил с семьей с 1928 по 1934 год. Это одновременно и мемориальное пространство, посвященное известному русскому просветителю начала XX века, и уникальный музей материальной культуры рубежа 19-20 веков. Воссозданное мемориальное пространство, где сохранились подлинные вещи, обстановки и личные вещи Сытиных, позволяет всем, кто приходит в этот музей, совершить такое путешествие в прошлое, окунуться в атмосферу московской квартиры начала XX века и познакомиться с городской культурой той эпохи. Ну и надо сказать, что эта экспозиция этой квартиры, музея-квартиры, рассказывает одновременно о личности Ивана Дмитриевича и подробно о деле его жизни, о книгопечатании. С 1906 по 1928 год семья Сытина жила неподалеку в принадлежавшем им пятиэтажном особняке на Страстной, ныне Пушкинской площади, в шикарном здании в стиле модерн, руку к созданию которого приложили архитектор Адольф Эрихсон и инженер Константин Шухов, а также художник Иван Билибин. Также размещалась редакция, принадлежавшая Сытину газеты «Русское слово», книжный магазин и типография. Видеть это строение можно и сегодня, она расположена по адресу Тверская улица, дом 18. В 28 году особняк заняла редакция газеты «Правда», а Сытину дали квартиру в доме через бульвар. Обмен получился неравнозначным. 5 комнат за 5 этажей.
Мы сейчас с вами заходим, вот проходим в гостиную-столовую. По воспоминаниям про внучки Сытина, в этой комнате по вечерам собиралась вся семья из 15 человек. Здесь особое место сейчас занимают портреты родителей Ивана Дмитриевича и его жены. Ее не стало до переезда в эту квартиру, но память о супруге Сытин бережно хранил. Ну, понятное дело, что планировка комнат, вот коридор, прихожая, вот это все осталось таким, как оно было. Даже уборная находится на историческом месте, где она и была. И вот здесь несколько комнат, которые свободны, ну, для посещения. Это вот гостиная, столовая гостиная, кабинет и комната, посвященная его сыти на работе, недоедательству его этой деятельности. Вот сейчас мы с вами как раз в столовой и находимся. Я старалась здесь показывать все подписи под фотографиями, чтобы было понятно, кто, что. Меня здесь, честно говоря, очень удивили батареи. Я, конечно, не специалист, но мне кажется, что батареи здесь оригинальные, подлинные. И выключатели, ну, свет, да, вот такие вот выключатели электрические тоже настоящие. Часы. Ну, в общем, здесь вот в этой комнате, конечно, вещи все оригинальные, настоящие. Я очень постаралась, чтобы вам было понятно. Старалась вам все это показывать. Здесь есть, как видите, везде QR-коды, можно навести, да, и послушать информацию, послушать экскурсию. И, ну, я снимала, поэтому я этого не делала, я уже позже все это читала. Кстати, что касается квартиры, она 115 метров, квадратных метров, 5 комнат, но он здесь жил, как я уже говорила, не в одиночку. Он здесь, с ним ехали 15 человек, его дети, внуки, сыновья Василия и Николая с семьями. Его жена Евдокия Ивановна Сытина в этой квартире не бывала, она умерла в 1924 году и была похоронена в некрополе Страстного монастыря. Ее могила, как и монастырь, не сохранились. Но в коридоре нас встречает парадный портрет Ивана Дмитриевича с женой, созданный в 1901 году. Здесь же стоят принадлежавшие Сытину чемоданы в коридоре там. И часто бывал в Германии он там. И вот такие немецкие чемоданы здесь в прихожей стоят. И внутри там еще есть шляпная коробка его жены, где написана его фамилия. Самый влиятельный издатель дореволюционной России родился в 1851 году в селе Гнезняково Костромской губернии. Его отец сумел выбиться из государственных крестьян в волостные писари, но положением своим тяготился, пил, уходил из дома. Когда Сытин-старший лишился работы, стало ясно, что первый из его четверых детей не задержится в школе. Отучившись всего 3 класса, 12-летний Ваня отправился в услужение к дяде, который торговал мехами на Нижегородской ярмарке. Позже он оказался в Москве на побегушках у купца Петра Николаевича Шарапова. Там он впервые столкнулся с книжной продукцией. Купец держал 2 лавки – меховую и книжную. В меховое место не оказалось, и Сытину пришлось работать во второй. И вот здесь хранятся подлинный документ, договор с Шараповым и письма родителей, трогательно адресованные в Москву, близ Ильинских ворот, в книжную лавку купца Шарапова Ивану Дмитриевичу Сытину. Шарапов его полюбил, принимал участие в его судьбе, вплоть до того, что подобрал ему невесту Евдокию Ивановну из семьи Соколовых. Были такие московские кондитеры. Сытин взял за ней 4000 рублей приданого, занял еще 3000 у Шарапова и купил литографический станок для производства лубков и открыл собственное дело на Воронухиной горе в районе современного Драгомиловского моста. Это было в 1876 году. Первый капитал Сытин заработал, проявив свое предпринимательское чутье во время очередной русско-турецкой войны.
Примерно в то же время, кстати, начал издавать и «В свете лупти с житиями святых» и «Средства содержания». Цветная печать несколько удорожила производство, но за счет больших тиражей и спроса удалось оставить цену доступной. К концу XIX века Сытин стал крупнейшим в Москве производителем лупка. В год его типография выпускала более 2 миллионов лубочных картинок. В 1884 году Сытин начал выпускать доступные календари, которые до него являлись предметом роскоши. Из его типографии выходили всеобщий русский календарь, общеполезный старообрядческий календарь, военный, исторический, всех не перечислить. Отрывные календари с полезными сведениями на каждый день, которые Сытин придумал печатать в 1886 году, произвели настоящий фурор. Он не только создавал тренды, но и умел их улавливать. Когда в 1913 году до России докатилась мода на вегетарианство, Сытин тут же стал печатать на календарях вместе со скоромными и постными рецептами еще и вегетарианские блюда. Особая строка в биографии Сытина – его сотрудничество с Львом Николаевичем Толстым и издательством «Посредник». Сытинская типография выпустила серию доступных для народа книг известных писателей – самого Толстого, Всеволода Гаршина, Владимира Короленко, Максима Горького и других. Также в серию вошел альбом репродукции русских художников, передвижников Ильи Репина, Василия Перова, Василия Путерева, Григория Мясоедова, Константина Савицкого. Друг Сытина Антон Павлович Чехов убеждал от книгоиздателя, что народу нужна хорошая дешевая газета. Сытин приобретает малотиражную газету «Русское слово», и через несколько лет она становится одной из самых читаемых в стране. Ну и вот как раз здесь вот представлены подлинные, вот здесь видите, вот портрет этого Шарапова, который помог карьере Сытина. Видите, здесь, кстати, вот представлены оригинальные вещи Ивана Дмитриевича. Вообще в музее очень много вещей подлинных, настоящих вещей, принадлежавших семье Сытиных. Я уже, по-моему, об этом говорила. Сытин не только зарабатывал деньги на книгоиздание, он стремился распространять знания среди народа. Все детские издания были познавательными, с реалистичными иллюстрациями. Известно, что издатель отправлял художников из мастерской при типографии в зоопарке, даже заграничные, чтобы они изучали животных. Вот таким образом две комнаты мы с вами уже посмотрели. Здесь очень много информации размещено в коридоре. Как видите... Ну вот я вам уже говорила, что в конце коридора находится уборная. И здесь еще несколько комнат, которые просто для сотрудников, и они недоступны для осмотра. Очень такой интересный коридор. Такой вот с поворотами. И вот здесь тоже представлены вещи различные, принадлежавшие Сытину каким-то образом, имеющие отношение. Кстати, здесь вот я вам сейчас покажу вот такое вот в честь 50-летия творческой, его издательской деятельности, ну, в какой-то мере и творческой, да, вот. В честь юбилея издательской деятельности Сытина от издательства Сойкина. Такой вот поздравительный адрес. 1917 год. Вот. А мне не давали покоя выключатели, поэтому я здесь вот все время на батарее и на выключателе такое вот
внимание уделяла. Ну, нравятся мне такие старинные вещи. А мы с вами идем сейчас в кабинет. Пройдем в кабинет Сытина Ивана Дмитриевича. После переезда в новую квартиру Иван Дмитриевич много времени проводил в кабинете за написанием личных воспоминаний. На протяжении всей жизни он был окружен большой и любящей семьей. Вот. Здесь вот, кстати, много фотографий его и жены, и детей. И вот здесь где-то вот в коридоре написаны цитаты из, ну, как говорил, говорили о нем внук там, вот, фотографии внучек. После революции все предприятия Сытина перешли советскому государству, а сам он продолжал работать консультантом госиздательства, затем исполняющим правительственные поручения. В этой комнате собраны предметы мебели декоративно-прикладного искусства, принадлежавшие Ивану Дмитриевичу и его семье. На стенах 5 портретов, которые Сытин перевез из особняка, его родителей, жены, старшего сына Василия и Николая Тулупова, известного педагога и соратника издателя. Портрет супруги издателя выполнил Александр Маравов. Он стоит на столе. Он также создал самое известное изображение Сытина, которое теперь находится в Таганрогском художественном музее. Маравов преподавал в художественно-полиграфической школе при издательстве Сытина и работал над альбомом «Русская история в картинах». Портрет Василия Сытина написал Георгий Алексеев, известный подготовкой к публикации одного из самых оригинальных пособий по математике для детей начальной элементарной геометрии в картинках для раскрашивания, также выпущенный товариществом Сытина. Некоторые предметы мебели были заказаны Иваном Дмитриевичем в знаменитых абрамсовских мастерских. Конечно, они покупались не для этой квартиры, а переехали из особняка, как и очень красивые часы со львами и канделябр «Осень» французской фирмы братьев Моро. Кстати, в коридоре мы с вами видели бюст Сытина, работы известного скульптора Ильи Гинзбурга. Когда-то этот бюст стоял в редакции «Русского слова». В этой квартире Сытин прожил свои последние 7 лет, и им посвящена вот эта самая маленькая комнатка, которую занимал Иван Дмитриевич. В больших он поселил детей. Это святая святых, как называют сотрудники музея эту комнату. Здесь стояла его кровать, его любимое вольтеровское кресло, его тросточка. Здесь же находится стол с письменными принадлежностями и еще одна работа Гинзбурга, статуэтка Льва Толстого. На этажерке 2 знаковых для Сытина издания, полное собрание сочинений Льва Николаевича и наделавшая много шума военная энциклопедия. Сытин привлек для работы над ней лучших специалистов в области военного дела, но из-за начала Первой мировой войны 20 из 23 запланированных томов было выпущено только 18. Один из самых трогательных экспонатов в этом зале – свадебный билет 1876 года с приглашением на торжество и бал по случаю венчания Ивана Дмитриевича и Евдокии Ивановны. Они вместе прожили почти 50 лет, вырастив 10 детей, 6 мальчиков и 4 девочек. Через всю жизнь Иван Дмитриевич пронес светлую и благую цель дать народу самую дешевую и нужную книгу. И в музее с теплом сохраняют память об этом удивительном человеке. Ну, здесь вот вы видите фотографии, личные вещи. Вообще в этой комнате очень много фотографий, вещей семьи Сытиных. Я предлагаю вам посмотреть все это. Очень красивое трюмо с мраморными столешницами, стол для визиток. В общем, это все было сюда привезено из бывшего дома Сытиных. Вся обстановка. Вот. Я предлагаю вам просто посмотреть на эти вещи. Спасибо.
стрелки, мы говорили о них стрелки, мне кажется, что уникальный проект, потому что делать стрелки, спрашивать все. У меня их сколько уже есть, я их сделала много-много, это важно, это не все. Вот, поэтому там делать Ну и в завершение мы сейчас с вами зайдем в последнюю комнату. Она здесь первая вообще-то после входа в квартиру. Самая большая комната, которая принадлежала его детям. Она была разделена на перегородками. Сейчас здесь такой как мемориальный зал. Но в данном случае здесь сейчас проходит выставка. Вот в этой комнате представлена выставка работ победителей и участников 4-го ежегодного детского конкурса книжной иллюстрации «Рисуем энциклопедию». Здесь участникам этого конкурса предложили встать на место художников, которые работали над детской энциклопедией Сытина в 1914 году, и самим проиллюстрировать некоторые разделы энциклопедии. И вот здесь можно видеть рисунки победителей и призеров конкурса. Выставка до 31 марта. Я не знаю, когда я это видео выложу. Возможно, еще будет актуально. Иллюстрация – это важная часть любого учебного пособия. Книга, предназначенная для детей, и вовсе не может обойтись без увлекательных иллюстраций, картинок. Потому что они не только облегчают процесс обучения, но и делают учебу увлекательнее, развивают у детей воображение, чувство прекрасного. И десятитомная детская энциклопедия просто не могла обойтись без иллюстраций. Создавая этот масштабный проект, Сытин стремился не просто собрать информацию об окружающем нас мире под одной обложкой, но и сделать энциклопедию такой, чтобы дети сами тянулись к знаниям. Именно таким и стал его труд, статьи, в котором написаны в доступной форме специалистами в своей области и проиллюстрированы талантливыми художниками. Представленные здесь работы очень разнообразны по стилю, есть выполненные как в реалистической, так и в стилизованной манере. Здесь представлены живопись, графика, рисунки туши, мелкими цветными карандашами. Дети проявили зрелый творческий подход в своих работах, продемонстрировав свою индивидуальность как художников. Также здесь представлена тема путешествий с фантазией и мастерством. Юные художники изобразили красоту природы разных уголков света. Африканских саванн, заснеженных просторов Арктики, таинственной красоты тропических островов. Здесь целый яркий атлас мира развернулся перед посетителями этой выставки. Вот такая вот квартира. И тут я вспомнила, что я не показала потолки в комнатах. Потолки и паркет. И я побежала опять в эти комнаты, вот в гостиную, столовую, в кабинет, чтобы вам показать паркет, который, я думаю, здесь настоящий, и потолок.
Ну, вот и все на сегодня. Всем огромное спасибо за внимание и за просмотр этого видео. И, как всегда, я приглашаю вас подписаться на свой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем здоровья, добра, удачи и благополучия. Я жду вас на своем канале. Всем спасибо, до свидания, до встречи. Пока-пока. Будьте здоровы. Вы представляете, никогда не знала, не обращала внимания, что Вертинский жил, оказывается, в этом доме. Представляете, никогда не знала. Снимала здесь, бывала здесь, не обращала внимания на эту табличку. Ну и здесь находится музей-квартира Сытина.